Всем привет. Вот тут вопросик возник. Человек мне хотел отослать ссылочку на свое видео и не знал, как это сделать. Все очень просто. Вы заходите на свой канал. В данном случае, Максим, ты хотел мне отослать ссылочку. Вот он твой канал, да? Ты хочешь послать, ну, допустим, вот это видео. Вот в этом месте, вот я мышкой выделяю. Вот название этого видео зашифрованное, которое находится на YouTube. Вот я его скопировал. Сейчас я вставляю это название, нажимаю Enter и как раз смотрю твое видео. Вот, еще раз показываю. Вот мы открываем видео. Поставил на паузу для удобства. Вот это и есть имя, по которому любой компьютер распознает твое видео. Вот, собственно, и все. Или, допустим, я вот хочу тебе ссылочку отправить, допустим, вот видео. То же самое. Вот оно. Вот это как раз и есть. Копируем. И вот оно название, по которому любой компьютер определяет вот это видео. Все легко и просто. То есть вот так взять и скопировать. Скопировать. Вставить. Нажал Enter. Все, пожалуйста. Вот и все. Мелочи жизни.